плавательном бассейне «Альбатрос» прошло первенство Омской области по плаванию. В турнире приняли участие юноши 97-го и девушки 99-го года рождения. Около 250 пловцов представляли омские спортивные школы, областную детско-юношескую спортивную школу Олимпийского резерва, спортивный клуб «Авангард» и школу Олимпийского резерва номер 6. Было тяжело поначалу, потом нормально, полегче стало. Я довольна результатом, хотя чуть-чуть не хватило на разряд. У меня еще одна дистанция сегодня. Будем стараться и пробовать. Первенство Омской области – отборочные соревнования. В течение двух дней спортсмены выступали на различных дистанциях и сдавали нормативы. По результатам соревнований будет составлен сводный рейтинг. Лучшие пловцы смогут представлять Омскую область на первенстве России, которое пройдет в мае этого года в Волгограде.